здесь, если честно, сложнее, чем те, кто стоит. Потому что вы здесь еще мышцами своими тянете, а там свой вес вниз и так толкается. Милюша Хасанова родилась здоровым ребенком, но вот в 30 лет ее настигло несчастье. Она попадает в автокатастрофу, в результате долгое время была прикована к постели. Но сильная духом женщина сначала пересела в инвалидную коляску, а потом вовсе начала ходить на костылях. Все это благодаря тому, что в жизни Милюши Хасановой появился спорт. Теперь ее еженедельные тренировки и соревнования – это пример и для здоровых людей. Я каждый день с утра делаю отжимания. Это ноги диван, потому что коленки не держат, ноги диван. И по 65-70 раз отжимания делаю утром и вечером. Сегодня Милюша Хасанова и остальные мамадышцы с ограниченными возможностями здоровья сдавали нормы ГТО. Упражнения на силовой комплекс, гибкость, прыжки в длину, пресс и многое другое. Величина испытаний зависит и от диагноза сдающего нормы. Я исчезаю. До этого времени инвалидам района для сдачи нормативов в ГТО приходилось ездить в Казань. А это, само собой, требовало дополнительных расходов. У нас курсы прошли по подготовке судейства только вот в ноябре. Судейские книжки пришли буквально полтора месяца назад. Только в этот период. До этого мы могли ехать только в Казань, чтобы сдавать нормативы для инвалидов или лиц с ограничениями. По словам организаторов, весь смысл сдачи нормативов в ГТО в том, чтобы показать, спортивной соревновательной жизнью может жить каждый, вне зависимости от ограничений по здоровью. Светлана Ханова, Гулина Гильмулина, Фаэль Шайхутдинов, Алина Петухова. Новости Татарстана.